очередной рейд по разбитию ликероводочника. Контрольная закупка. Он говорит, ну ладно, раз не идите, расскажи мне, какой не... А рядом школа и дети. Что это? Тут сидел дома, он говорит, а вы знаете, как в Китае говорят, при расставлении? Он говорит, а вот и школьники. Сколько им лет? 14. Короче, да, где-то 14 класс. 8-7. Пьянка. Ну, радуйся, не по моей радуйся, Кладыч. Я уже на 2 года старше. Да я знаю. Ну, что ты наезжаешь? Я не наезжаю. А что ты, ты зашел вот здесь, и ты начал тут прятать? Я зашел. Вот это. Да. Переходим на тот стол. Все, мужчина, за вами кофе. Поснимай гаишника. Лицензия есть. То есть после того, как мы их опытали... То есть были профилактические работы и составили лицензию, да? Да, сделали.